матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги столичный клуб «Барыс» проиграл казанскому «Акбарсу». Встреча в Казани завершилась со счетом 3-2 в пользу хозяев поля. Это уже пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ. Сейчас в активе «Барыса» 49 очков и шестое место в рейтинге. «Акбарс» благодаря победе возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.